Всем привет! С вами ваш переводчик Аслхан. Хотел бы поздравить вас всех с наступающим Новым годом. Пусть у вас у всех все будет хорошо. Также хотел бы сделать небольшое объявление. Если вы не из Казахстана и хотите купить новое авто любой марки, то можете обратиться ко мне. Всего за пару дней по очень вкусной цене я помогу вам приобрести новенькое авто. Ссылка будет в описании. И мы снова на связи. Бобби, Билл. И у нас опять Димаш. Вы это любите. Комментарии, да и мы любим, просто льются. И самый топовый комментарий – это просьба посмотреть SOS. Извините, это как пристегиваться перед поездкой. Ну, поехали. В путь. С ума сойти, он говорит, что предпочел бы быть птицей и поет как птица. Ты слышал это? И там была такая глубина. То, как он быстро перемещается по своему диапазону, сносит мне башню. Потому что это как бы невозможно, а он делает это так идеально. И судя по вашим комментариям, что он магистр и кандидат наук по музыке. Получается, он все время учился. Да, так и есть. Я ходил сегодня по дому с мыслью, что Димаш настоящий трудяга. Да, просто пахарь. Он столько работал, и вот вознаграждение. Да, это правда. Если кому-то нужен урок, этот парень преподаст вам его. Кандидат наук? Поэтому он творит такое. Он делал это в одно время. Они писали, что он давал концерты и параллельно учился. Вот трудоголик. Извините, мне нужна пауза. Вы, наверное, видите, как бегают мои глаза. Я пытаюсь читать слова и смотреть на него. Поэтому я как на пружине. Когда он берет этот нижний регистр, это как будто совсем другой человек. Как будто там есть кто-то еще. А потом он взрывается на этой дико высокой ноте. Это уже издевательство. Слишком много таланта в одном человеке. Это несправедливо. Да, дай мне хотя бы капельку чего-нибудь. Ну, это заслуженно. Ну да, с этим не поспоришь. Извините за частые паузы, но я всегда говорю во всех видео, что я такой больше лирический мужик. Прекрасные слова.
А тут еще голос такой. Здесь все какое-то совершенное. Да, я знаю. Здесь глубокий смысл. Поэтому я люблю слушать определенные группы. И когда погружаешься в слова песни, то это сводит тебя с ума. И ты понимаешь, что они хотят сказать. И я знаю, что многие люди писали в комментариях, что если мы хотим послушать английскую версию, я думаю, что музыка – это что-то такое вне языка. Она и так прекрасна и чудесна, потому что... Вот как пример, рок-группа. Эти немецкие парни... А, да, вот эти постарше. Ту, ёшкин. Они не поют на английском. Но мы их любим. Да, мне нравится их слушать. Они у нас популярны. В этом и есть суть музыки. Это универсальный язык. Полностью согласен. Я думал, первая нота была экстремальной, а он взял и ушел. Я так не могу. Да уж, дал он нам жару. Это так немыслимо для меня. Там было еще. Ну все, это уже. Смотри, у него ангельские крылья. О боже мой, я готовченко. Там такая сила. Это безумие. Я даже не знаю, что мне сказать. У меня нет слов. В комментариях вы пишете название нот. До 2, до 6. Я в этом не разбираюсь. Они писали, что Re8. Это нота за пределами пианино. Когда мы обсуждали видео Diva Dance, это же было сгенерировано компьютером. Потому что они думали, что человек такое спеть не сможет. Но потом появился он. И зовут его... Сейчас я вам покажу, как может человек. Рехнуться можно. Он как будто давит в тапок, но у него всегда находится место, чтобы поднажать. Он продолжает идти выше. Вот это эхо. Какие крылья. Это крышесносно. Такая чудная песня. Вы вроде бы писали, о чем она. Но и музыка интерпретируется у каждого по-своему. И когда музыка и слова написаны хорошо, это всегда будет чем-то личным именно для тебя. Вы говорили про его сценическое присутствие, как он командует сценой. По языку его тела можно прочитать эти эмоции. Сколько он вкладывает, да он же там на коленях стоит. Он не просто стоит и кричит. Он вселяется в саму песню. Он сам как музыка, он исполняет это. Я увидел одного из участников группы и подумал, как же высока цена ошибки. Знаешь, я тоже об этом думал, потому что он же просто идеален. И прикиньте, кто-то накосячит. Это будет ужас. Я тоже об этом думал.
Я не знаю, как сказать. Виртуозно, божественно. Мне понравилось завершение. Это было как закрытие книги. Грустно, но чертовски круто. Это был классный запрос. Я к тому, что мы опять сидим в трансе. У него что, реально нет лимита? Мне нравится, что мы все больше и больше видим его диапазон. Мы знаем, что у него невероятные высокие ноты. Теперь нам нужно послушать его низкие ноты. Там будет та же песня.